купюры с изображением мальчугана с мечом, мечтающего повторить подвиг Яшина, появились на днях. Специалисты Банка России говорят, подделать банкноту на полимерной основе невозможно, зато продать легко. Купюра уже пользуется огромным спросом. В Благовещенске, на востоке страны и в соседнем Китае ее можно купить за 500 рублей. Не теряются обладатели банкноты в краевой столице. На интернет-просторах такие продают за 250-300 рублей. А почему нет, говорят барнаульцы, ведь памятная вещь. За сколько бы вы ее купили? Не пожалели бы, сколько на такую купюру красивую? Ну, на такую бы красивую, ну, может быть, рублей 500. Правда, тех, кто отдал бы за банкноту больше номинала, не так много. Основная часть горожан хотела бы иметь дома памятную вещь, но переплачивать за купюру не желает, ведь ее и так можно получить. При наличии памятной банкноты в кассе банков клиент, совершая привычные операции, какие-то расчеты, платежи, может получить эту банкноту по номиналу. В качестве сдачи? В качестве сдачи, например. Это, конечно, больше из области фантастики, хотя, говорят, новые банкноты обязаны принимать и при расчете в магазинах. Правда, там они вряд ли появятся, ведь тираж новой купюры, которая благодаря составу переливается всеми цветами радуги, ограничен. Чуть более 20 миллионов штук на всю Россию. На самом деле купюра похожа на необычную подарочную открытку. Держать ее в руках приятно и отдавать не хочется. Но нам и не придется, нам ее подарили. Теперь она будет храниться в редакции, как память о домашнем футбольном чемпионате мира. Татьяна Голубева, Александр Антропов. Наши новости.